Традиционно мероприятия начали с гимнов России, Кубани и Анапы. Особое внимание тренеры уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мастер-класс от мирового чемпиона – отличная мотивация для молодых спортсменов и пример того, что все возможно, если задаться целью быть дисциплинированным и стремиться к своей мечте. Сегодня к нам в гости приехал именитый спортсмен, наверное, один из самых именитых самбистов нашей страны, Федор Дурыманов. Он является заслуженным мастером спорта, чемпионом мира, чемпионом Европы, также мастером спорта по 7 видам единоборств. Я предлагаю сделать такой небольшой мастер-класс в рамках дня борьбы. То есть мы не будем вас отвлекать от вашей основной программы. Я сейчас проведу общую разминку, покажу несколько приемов ноги, покажу парочку приемов квадри и уже переключимся на день борьбы. Федор поделился своей коронной техникой в стойке и в партере, а потом и сам встал в пару с молодыми спортсменами. Если я приведу вот это, сниму под бедро, вот сюда, то я его особо даже и не почувствую. Честно говоря, я у него впервые на мастер-классе побывал. Тренировки он проводит отличные, в принципе, заряжающие. Попотеть можно прям хорошо. Дзюдо и самбо в Анапе, оно... И одно из лидеров в Краснодарском крае, потому что здесь очень много чемпионов и всероссийского, и муниципального, и даже мирового уровня. Потому что не приехать сюда для меня будет просто преступление. Главный приоритет именитого спортсмена как тренера – развивать боевое самбо в Краснодарском крае и готовить новых чемпионов. На Кубани самбо и дзюдо занимают лидирующие позиции как вид спорта, так и по количеству призеров и чемпионов. Созданы все условия для новых побед. Мы стараемся такие мероприятия проводить почаще, так как детям всегда интересно, когда приезжают такие именитые спортсмены. Это дает им такой определенный заряд бодрости, заряд, ну, какое-то желание заниматься дальше, заниматься более усерднее спортом, добиваться каких-то результатов для того, чтобы, соответственно, тоже стать такими именитыми спортсменами. Я присутствую уже второй раз на мастер-классе по боевому самбо. Техника с колен понравилась мне. Это красивый и удивительный бросок. Классно очень. Мне понравился бросок с колен. Анна Станкевич, Михаил Григорьев, Анапа регион.